Ну что, друзья, разбирал я очередной раз свой BV9900, потому что некоторые люди стали жаловаться на эхо после очередной предыдущей разборки. И заметил, что вот такая вот резиночка там есть. Вот она оказалась зажеванной. При сборке я допустил один косяк. И в этом видео вы увидите, как его избежать. Видео выйдет только в том случае, если я несколько дней попользуюсь аппаратом, как это, подтвержу, что эхо не появилось. Итак, друзья, надеюсь, будет хотя бы видно, потому что запись будет идти, как говорится, в партере, то есть в микроразмерах. Вот это вот у нас аппарат 9900. Неважно, про, не про. Это вот его нижняя плата. Она же с гнездом зарядки, в ней же расположен микрофон. Предположительно, у меня было эхо, потому что вот здесь вот стояла вот такая вот резиночка. И я ее при сборке прокомпассировал, скажем так. То есть объясняю, когда резинка надета заранее на микрофон, и вы туда ее всовываете, у нее верхний край. Да блин, что я? Сейчас покажу. Короче, ее зажевывает. Так, мы ее убираем. Вот эту хорошую пока еще не помятую. И на мятой показываю. Вот я ее одел. Да? Чтобы попасть в герметичную зону, ну, то есть тут на прокладке гнездо, когда я ее впихиваю, я делаю такое вот движение, и у нее вон там край вылезает. Не знаю, насколько вы это увидите сейчас. Вот в круглом отверстии видно, что у нее вылезла резинка, ну, он торчит. Из-за этого ее заживало, и я думаю, что из-за этого она не дала своего эффекта изоляции от железяки. И у меня микрофон начал контачить с железкой. Не знаю, насколько это сильно видно. Ну, короче, вон, угол аж оттянут. Ой, как тяжело в наноразмерах снимать. Ну, короче, дай бог, чтобы это было видно. Если что, на слово поверьте, просто край зажеванный. Ее вернуть-то можно, но ее нужно формовать. Блин, мне проще с другого аппарата было скоммуниздить резиночку, посмотреть, что она дырочкой должна быть вниз. Блин, уже грязь где-то цепанул. И опять же, умудрившись не загрязнить ничего, ее туда всунуть. Вот так. Заранее. Удалить оттуда волоски, блин, которые уже тут поналетели, пока вам еще раз разбираю, показал. И собирать уже наоборот. То есть вставлять плату, когда вот это вот резиновое очко уже на месте. Блин, как тяжело одной рукой это делать. И тогда вы, если посмотрите, в дырочке ничего не появилось. Вот в этом круглом отверстии под железяку у нас чисто. И то есть вот только тогда, я думаю, эхо у нас не будет. Кстати, кто не заметил, под ней стоит еще резиночка для защиты от грязи, пыли и тому подобного. Надеюсь, поможет.